В общем, сейчас я приехала в автобазу. Простите, моя автобаза, да? Я приехала на квартал, не в ту автобазу, в которой я постоянно езжу, потому что здесь мне было по пути, так как после этого я еду за материалами на покраску, на тренажки, краски и так далее, т.д. и т.п. Поэтому тут я зашла купить нужные кронштейны на бампер. Поэтому заходим. Все, купила передние и задние. Так что сейчас мы поедем за материалами для тренажки на покраску. Вот нам надо вот сюда. На фотографии другой оттенок получается, совсем другое, искажение идет. Может, баллончиком? Вон розовые, зеленые, красные, фиолетовые. Вот такой нравится. О, нет. Бледный будет? Да. Он прям какой-то такой этот... Горчичный, что ли? Нет, почему? Он зеленый. Ты зеленый? Да. Нет, наверное. Поярче надо. Вот прям какой-то этот яркий нужен. Поэтому... Ты хочешь в лак добавлять? Лак, растворитель добавлю, а в на краску буду добавлять разбавитель. Что еще? Грунт есть? Грунт надо взять еще. Два. Реакс? Еще лекарство. Рефлекс черный? Серый? Так, серый сработает. Да. Две штуки хватит? Еще много не надо? Стаканчики нужны? Стаканчики нужны будут. Это уж когда буду краску покупать, вот тогда вот. Что, вот внизу, по-моему, скотчик? А, вот. Тремские, вот 120-х, 5 штук, да, надо... Смотри, этот я материал сегодня сейчас с собой заберу, ладно? Потому что я видео отсниму, там на прямой трансляции покажу. А ты что, на меня не подписан был, что ли? А что, мне вчера уведомление пришло, что ты на меня подписался? Не знаю, может, другой человек подписался? Нет, ты. Я подписан был на меня. Давай в такой немножко покрасим. Я спросила, нет фиолетового. Я хотела посмотреть. Металлик. Да, вроде должно быть такой. Но нет, их тут нет. С зернами мало вообще таких цветов. Это можно как старые машины были, которые я летел. Вот на них вот такой цвет идет. Шикарно, красиво. По-любому так. Дорогой такой. Он дорогой. Да, потому что он реже по-любому красного. Это что такое? Это вот тебе тоже нужно скотчем брать. Скотчем брать. Надо это? Да. Это что? Это салфетка, когда красишь, угу. Краску полностью покрасил, потом можно было, чтобы пыль все убрать. Вот она липкая. А сколько надо такой? Две штуки. Две штуки хватит, да. Точно? Что-то на краску надо использовать. Все. Ну, такая прикольная на ощупь. Тут 5 120-х
возьмем, чтобы 80, чтобы 4 хвоста не надо. А ты антикор сможешь на дно? Еще надо добрать, может? 4 штуки идет на одну машину, все вниз. Ага. Вот надо 4 еще дополнительно купить тогда. Давай возьмем. Салфетки еще нужно было. Обезжиривают? А потом что, ПТС-ку будете менять, да? Угу. А она сейчас какого цвета машина? Снежка. 14 что ли? Да. Ой, 13. Еще раз всем приветик. Сейчас я пройдусь прям по списку и скажу, что и как я купила. Сразу скажу, мы купили по 2 баночки 100 мл разных оттенков цвета, которые я хочу. Их здесь нету, так как я их отдала маляру, чтобы он выкрасил. И вот сегодня мы с ним встретимся вечером, он мне отдаст эти кусочки, которые он выкрасил, чтобы завтра уже при свете дня я посмотрела, что да как, потому что сейчас быстро темнеет и сейчас уже не посмотреть. Вот. Давайте пойдем по списку. Мы купили антигравий, ну, просто от коррозии. Это на дно черные, и серые это на пороге, так как пороги у меня будут меняться. Вот. Так, следующий у нас по списку это грунт. Вот они, грунт. Ну, снизу, естественно, грунт, это отвердители. Вот, можешь показать поближе, чтобы было видно фирму, марку и так далее. Вот. Следующая по списку это шлифовальный круг, вот, их здесь 2 штуки, и также вот эти полоски, и вот эти вот тоже, их тут очень много, поэтому про каждый я уж не буду говорить. Обезжириватель, вот они, 2 штуки. Так, 2 штуки. А, еще скажу, я купила, этого в списке нет, потому что я покупала это в автобазе. Это кронштейны передние и задние. По 150 рублей за пару я их покупала, я это снимала в автобазе. Получается 300 рублей за 4 штучки. Вот. Так, дальше по списку. Так, полоски я вам показала, абразивные и так далее, и т.д. и т.п. Разбавитель и растворитель, вот эти 2 баночки, бутылечки, так скажем. Вот. И тут есть 2 вида салфеток, это вот такие, полипропиленовые, и 2 штуки вот таких, антистатические, они такие приятные на ощупь, так бы и сидела и мяла бы их. Вот, 2 пачки пленки, шпаклевка. Зеленая со стекловолокном, и вот эта красненькая, это обычная. И отвердители. 2 штучки, обыкновенные. Вот, также это скотч, по-моему, он называется малярный. Здесь их 5 штук, если я не ошибаюсь, да. 5 штук. Так, по поводу вот этого, это лак. 5 литров. И вот это вот, это лак. А вот это вот, я почему-то не могу найти этого в списке, но... Здесь все написано по-английскому. Да? Нет. Тут написано отвердитель для лака. В общем, это отвердитель для лака. Это сам лак. Тоже поближе покажи. Вот. В принципе, вот так вот мы прошлись по списку. Ой. Об этом я забыла. Это... Короче, я не знаю, как это называется. Шлифблок тут написано. Шлифовальный блок, наверное. Здесь на 120 и на 280 два вида. Их очень много. Вот, все, на этом все. Все это вышло на 17 тысяч рублей. Все, что вот здесь вот есть, присутствует, ну, кроме кронштейнов. Кронштейны плюс 300 рублей, но здесь нету полироли. Также нужно купить, ну, насадку как бы для полировочной машинки, чтобы
прополировали потом машину. Также здесь нету краски, также здесь нету зерен, блестки, грубо говоря, и нету биндера, по-моему, это называется так, жидкость, в которой смешиваются блестки, короче, как я поняла. Вот, биндер уже маляр купил, он отправил мне квитанцию, вот, накладную, я ее также сюда вставлю. Биндер вышел на 2418 рублей. Зерна выходят на 2600 рублей или на 2160 рублей. Вот этого я не помню. Их нужно будет заказывать с Самары. Вот. Так. Эвакуатор плюс 4000 рублей. По-моему, все, что я сказала. Вот. А, плюс пороги 1200 рублей. Это я уже буду покупать у маляра. Почему я... Пороги я уже буду покупать у маляра. У маляра. Все. Пороги я уже буду покупать у маляра. Ладно, пофиг. Короче, вы поняли. Вот. По-моему, на этом все. По поводу краски. Краска выходит около 4000 рублей. Это вот, ну, как бы за бутылек, так скажем. Столько, сколько надо, выходит на 4000 рублей. Но краску я поеду покупать чуть позже, когда уже увижу при свете дня вот эти вот два оттенка, сравню их, какой мне больше понравится, и поеду сама куплю. Короче, я все это посчитала, и материалы примерно плюс-минус выходят на 30 тысяч. Я ожидала 1015, ладно.